В Ереване родственники без вести пропавших армянских военнослужащих организовали акцию протеста у здания правительства страны, сообщают армянские СМИ. Протестующие перекрыли смежный со зданием Кабмина проспект Тиграна Меца. Родственники без вести пропавших оккупантов требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На место стянуты бойцы спецназа полиции, которые пытаются разогнать протестующих и открыть дорогу. Между гражданами и сотрудниками полиции произошла драка. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.